стороны вновь не пришли на предварительное заседание. В Краевом арбитражном суде в очередной раз рассматривали дело строительной компании «Селф» против регионального Минздрава. И снова без заявителя и ответчика. На этот раз стороны представили ходатайство о переносе заседания, чтобы мирно урегулировать спор. Напомним, судебная тяжба между «Селфом» и Министерством здравоохранения тянется с июня текущего года. Строительная компания требует от регионального ведомства 7 миллионов рублей по контрактам на строительство перинатального центра «ДАР». Минздрав, в свою очередь, в августе выдвинул «Селфу» встречные иски, требуя возмещения убытков, о взыскании неустойки в размере почти 19 миллионов рублей, а также 6 миллионов 120 тысяч по двум контрактам. По итогам сегодняшнего заседания судья назначил следующее на 19 октября, уже для рассмотрения дела по существу.